Для того, чтобы пасека была здоровой и пчелы приносили большой урожай, необходима каждая деталь, забота и любовь о этих труженицах. Печеную воду. Кипятим воду, обеззараживаем. Вот сейчас дождевая вода там кипит уже, начинает кипеть. После того, как мы оставили воду кипятить, мы обязательно смотрим, делаем проверку, начинают ли пчелы летать. Вот, начинает уже летать. Вот одна пчела появилась уже. Пока холодно и пчелы не летают, поилки не устанавливаем. Вода закипела. Наполняем два ведра. Шесть копчиков надо. Так, один. Что-то выпивает, не хватает дяди. Не хватает дождевая вода идет. Вода дождевая, на дожди пошли обильные. Насыпи нету. Стоит у нас вот такой вот таз, куда мы собираем дождевую воду для пчел. Забрали, обязательно добавляем следующую партию воды. Да, да, следующей не хватит воды, будем брать отсюда. Вот пчелка уже летает. Просыхаются они, сохнут. Пчелки начали летать уже. Так, эти. И так поставим. Каждый свое место должен занимать. О. Блин, пчелки. Все, пчелки начали летать, надо воду подавать им. Все, кипятком обольем, чтобы горячее было. Вот. Там нагрелось. Сейчас соль накинем. Граммов соли. Опыту. Сейчас. Вот так, каждый божий день воду подаем. Кипяток горячий надо взять. Рабочий день у меня вот так начинается. Если пчелам не делать вот такие вот поилки, не ставить теплую воду, то в любом случае пчелы начинают искать воду в других источниках. Это могут быть речки, лужи и так далее. Но так как сейчас очень холодно, то пчелы могут замерзать.
и обратно домой не возвращаться. Это влияет, такой небольшой нюанс, но он влияет на развитие самой пчелы. То есть пчел становится в улье меньше в семье, развитие пчела получает тоже гораздо меньше. Да, пчела холодная. У нас вон река, 30 метров река находится, речка бежит, вон там за огородом, а за забором. Ну, они туда полетят, если рано утром, так они это оцепенеют и погибают просто. Так. Вот соленой водой это у нас. Вот. Пчелки начали летать уже. Горячую воду пропускаем. Вот так. Вот глубина прорезания вот этих, где-то 8 миллиметров, 8 миллиметров, чтобы она, вода там не остывала сильно. Надо поглубже делать. Хоть и жарко, но пчелы все равно вот. Все, воды-то нету. Всю банку выпили трехлитровую. Хоть и жарко, но все равно летает на водопой. Жарко, не жарко. Надо, если кормят личинок, вода нужна для личинок. Идет сильное размножение пчелосемьи сейчас. Она же нужна пчелам это для приготовления пчелиного молочка для своих этих, как я сказал, личинок. Терга, мед, вода. А тут, ну-ка, тут тоже кончилась водка. Вот уже вечер, а пчелы продолжают летать на водопой. Смотрим, сколько тут. Так, тут еще вода у нас есть. Тут уже тоже осталось совсем чуть-чуть. И здесь тоже совсем чуть-чуть.